по крайней мере, это смешно. 20 миллионов рублей, но это одна небольшая улица. Мы в этом году отремонтировали улицу Денисова-Уральского. Небольшая улица, две полосы движения, плюс тротуары, стоимость 25 миллионов рублей. Вот вы можете себе сопоставить весь объем работ, который мы сможем на 20 миллионов рублей сделать в следующем году, при условии, что они будут выделены. Так мы должны ежегодно в городе ремонтировать 16,6% от общей площади дорог. А в городе у нас ни много ни мало 14 миллионов метров квадратных дорог. Сами представляете, что, конечно, мы должны практически... 25-ю часть всех дорог ремонтировать. Мы понимаем, что это очень большой объем, мы понимаем, что город у нас компактный, и закрыть такое количество дорог, движения мы все равно вынуждены закрывать, хотя бы на незначительное время. Поэтому мы для себя определили, 10% это та норма, которую нужно ремонтировать. Но, к сожалению, мы ее достигали только в 2010 году, когда нам дополнительно из федерального бюджета были выделены в рамках программы «Новые дороги России» деньги. И вот тогда мы 10% общего ремонта достигли. Это был хороший показатель. Мы полагали, что он будет держаться на этой планке, и мы сможем не только зайти в плановые ремонты, но и те недоремонты многолетние, которые были, погасить. Но, к сожалению, не случилось. И вы видите опять, насколько у нас провальны даже за последние годы колебания по финансированию в отношении ремонтных работ.